Камеру держи рукой, но она привязана. Поэтому не волнуйся за нее, просто держи ее. Всем привет, Гудаури, парапланы. Потихонечку будем вылетать. Для старта нам нужно будет сделать 3-4 шага вперед и не садиться раньше времени, пока не скажу. Пару шагов вперед. Вот так, вот так. Садиться? Можно, можно. Как самочувствие? Класс. Но оно интереснее, чем я думала. Она снимает именно нас или вид снизу? Она широко снимает и нас, и достает по бокам немного. Получается, видит вокруг. Ты можешь сам выбрать, куда лететь, или... Я стараюсь все время искать воздух теплый, так вот, чтобы нас подымало. Ага. Потому что если я не буду этого делать, то мы будем потихоньку снижаться, снижаться все время. Самочувствие хорошо? Да. Молодец.
эти лавинные тоннели. Зимой тут много очень снега, лавины бывают. Чтобы не спала дорогу. Летала или это первый раз? Первый раз. Красивое место для первого раза. Ага. Тоже водопадики внизу есть большие. Ого. Меня тут немножко укачивает. Это нормально, да? А,
нужно немножко себе больше дышать, чаще дышать. Это от того, что кислорода здесь меньше, да? Все-таки на высоте находимся. Плюс мы уже скоро будем подниматься на посадку. Что-то не очень хорошо себя чувствую, подташнивает. Понял. Ну да, еще буквально минута. Ставьте так, а мы тому найдем, не снайдем. Come here. Все нормально? Ну что, да. На старте стоят, не пойму. На старте же нельзя стоять. Ну ладно. Ага. Сиди, пока сиди. Сейчас сиди. Ну, твой срочный мой вид, оно. Мы же не укачивает зато? Ну, сейчас. Мы уже сидим? Дай.